Смотрите, смотрите, что она делает с елкой. Оторвала кусок, киса! И что ты будешь делать с нашей елкой, когда мы ее поставим? Соня, возьмешь его, покажешь, какой он размером. Коля, Коля, осторожно! Киса укусила тебя там? Вот здесь. Зачем она тебя за губу укусила? Не знаю. Дети, привет! Привет! А что мы сегодня будем делать? Елку ставить! Ура! Привет, Соня! Так, а где мы будем ставить? Вот в том-то и вопрос. У нас здесь вот только место есть. А мне хочется где-нибудь в другом месте поставить. Например, вот в уголочек, вот тут где-нибудь. Может, в этом уголочке поставим? Да. Привет. Мам, привет, Николя. Как-нибудь. У кого какие идеи? Давайте. Там, да. Вот эту угол? Эту тубочку убрать, поставить на елку. Так она не будет за двумя диванами видна в углу. Только верхушечка и все. Тогда там давай, не подарки, как вы будете брать, открывать. В другом Пожалуйста. Месте давай. Это. Только возле окна. Папа тащит все. Я все наши новогодние комнату. Занычки. Слушайте, мы, ну давайте начнем сначала с того, что вот это окно этими огоньками облепим. Да? В первую очередь. Это чтобы было видно на улице, как огоньки. Никит, что у тебя, губа болит, да? Да. Кир, у меня здесь катарак. Аня... Вот это твое, а это мое. Соня, я тебе вот эту взяла. А, спасибо. А это моя. Тебе нравится такая? Или тебе больше белая нравится? Можно поменять, если захочешь. Сказал, что он я, нет, я не Сонечка, мы можем ее поменять, если хочешь. Потом это мне нравится. У меня всегда видно. Соня, не жалеешь, что с нами вчера не поехала? Да, мы за тебя пришлось выбирать. Я отдохнула. Ну, кстати, я свою самодельную игрушку хочу на елку повесить. На, держи. Так, давайте-ка начнем окно наряжать. Желательно вот такие, да, чтобы 4 было рабочих. У Коли есть белая и розовая. У Коли есть еще такая же белая. А ее была белая там? Они какие-то нерабочие, может, можно лампочки посмотреть? Белые все рабочие. А то они сломаются, они так ломаются. Они даже одной гирлянды не хватает на одно окно. Угу. Они такие короткие. Да. Я сказала, больше быть окна. Что-то мне кажется, нам пора ехать в магазин сначала. Что-то мне подсказывает. Вы их включите, они еще, скорее всего, не рабочие. Красный, скорее всего, рабочие все. Во, белый уже не работает, да? Соня, как ты думаешь, на с улицы будет красный огонь смотреться прилично, нормально? Или по-хэллоуински? Красиво. Ну, давай твою эстонскую логику включим. Давай. Логику. Раз. Да? Два, три, четыре. Еще раз. Чтобы к этому окну перейти. А нельзя начать вот так, вот так, вот так и вот так, чтобы к этому перейти, финский парень? Так я именно так и предлагал. Я тоже так предлагала. Ты меня вообще слушаешь? Я тоже так предлагала. Давайте мне молоток и гвоздь. Давайте, папа, кто-нибудь что-нибудь. А где молотки опять? Что-то я не вижу, где молотки. Кошка играется. Опять, да? Смотри, кошка здесь. И нравится запах вот этих украшений, она с ними играется. Она здесь лежит. Ей вообще нравится запах всего и нравится играться со всем. Все-таки у нас проблемы с нехваткой огоньков. У нас одинаковых по чуть-чуть всего. Так как мы вчера не купили, решили все-таки съездить в магазин и купить огоньки. Купить продукты, какие нам нужны, в Костко. В Костко и Walmart поедем. Собираемся? Да. Когда приедем, когда мы приедем, я надеюсь, киса в живых оставит наши все украшения вот эти. Я думаю. Или ее на улице придется оставить. Ну, на улице. Нет, не надо. Я не знаю. Главное, чтобы она вот эти игрушки не это... Мама, что это делает, а? Смотри, что она делает с елкой. Оторвала кусок, киса! И что ты будешь делать с нашей елкой, когда мы ее поставим? А, она ее просто уводит. Киса! Киса! Может, нам не ставить елку, сразу уже задуматься? Ставить елку. Мою елку поставим. Киса, нельзя.
Мы приехали для начала в магазин Walmart. Здесь посмотрим огоньки, наклейки на окна. И пойдемте. Смотри, там какая веселая елка. Елка огромная, да? Да. И Коли гель для волос, у него очень новая прическа. Сейчас мы Коле гель выберем. Нет, нет. Мне не важен, какой запах. Ну, а мне если... даже не нужен запах. Хорошо, любой, бери, пошли. Нам еще много чего покупать надо. Так, все, выбрали, пошли к новогодним украшениям. Нет, не то. Это хейрспрей, тебе не нужен пока. Пошли. Ка? Так, ну что, нашли огоньки? Гель вот нашли? Он делал. Да, нашли, гель нашли. Ну, где-то здесь должно быть. Вон, он там, наверное, скорее всего. Ужас какой-то. 6 маленьких игрушечек, $2, пружинки. А вот огоньки. Смотри, вот эти, я думаю, будет на окно нормально. Белые или цветные на окно возьмем? Они как раз малюсенькие. Миниатюрные. Какие все? Я думаю, а сколько нужно? Вот таких вот 3 упаковки. Не, 4, наверное, даже возьми на окна. Просто белые огоньки. И цветных, наверное, сейчас возьмем. Разноцветных. Вот это возьмите. Длинную одну. Так, я думаю, что нам хватит, да? Мама, она открыта. Соня, возьми другую. Коль, возьми Соне другую. Да. Так, это на окна взяли, это взяли. Пойдемте. Так, еще раз посмотрим. Я тоже не знаю. Так, нету наклеек на окна, да? Здесь. Здесь просто декорация. А как вам вот такой размер игрушечек? Гляньте, ужас. Лизочка, дай на фоне твоей головы сравним игрушечки новогодние. Да какая елка должна быть. На мини-подарочки. Как ты любишься, да? Подарочки или мини-подарочки? Смотрите, вот здесь. Ого, лампочка какая. Вам на подарки? Да. Это я все буду покупать без вас. Все эти вещи я буду покупать без вас. Пойдемте. Вот эти сейчас на наши подарки, пожалуйста. Бантищи. Мишура, кошмар. По $6 стало. Что оно все дороже и дороже. В этом году. Коль, это нашли? Правильно? Да, это... Так, а они куда-то все ушли. Вот, смотри. Какие красивые. Ну, это объемные. Да, мам. Вот. Вот такие обычные, да? Вот. Давай это. Посмотрим, какие они тут есть. А Санту будем покупать со снеговиками? Да. Давай наберем штучки 3 вот таких возьмем. Там только одна. Да? Знаешь, сколько снеговиков здесь разных. Какие красивые вот эти, да, снеговики. Будем брать. Это вот тоже эти. Красивые а, надписи. Смотри, здесь. Я хочу. Не, я думаю, что надо самые простые взять. Так, давай я детям в каждом комнату по снеговику возьму еще. Вот так, хорошо, пошли. Вот эти вот 2 снежинки, снеговики и Дед Мороз. Все, наконец-то давай. Мы нашли их. Пойдемте. Все, теперь в Костко едем. Какие шапочки. Рога у компьютера. Посмотрите. Всеми любимый Костко. Любимый. Да, зрители просят снимать побольше здесь. Мы решили зайти в игрушки. Мат. Смотрите, мат. Здесь и продаются эти лол. Биги Пэт. А почему? Мне прям даже интересно, почем они здесь? Ты это Лизе. Сейчас, я не знаю, Лиза хочет или нет, но я в шоке. Лол, Костка. Смотрите, какие мишки огромные. И тоже бесценные, да? Соня, возьмешь его, покажешь, какой он размером? Коля, Коля, осторожно! Это мой мишка. Смотри, $30. Только 30. Да, ну не может быть. $30?
Серьезно? $30 такой мишка? У него нога больше, чем у Сони голова. И куда? Где? У нас он в доме не поместится. У меня в комнате. Пошлите, а то нас папа выгонит из дома с этим мишкой. Лень, точно как у нас это, да? Микки Маус. Какой хоккейный столик классный. $300. Эрхок называется, потому что там воздух пускается. Воздух? А зачем воздух? Потому что это эрхок. Чтобы оно как попу было. Чтобы летал? Да, чтобы летал. Классно. Так давай еще посмотрим, что здесь за игрушки к Новому году продают. Все то же самое, с года в год одно и то же. Надо будет узнать, сколько эти лолы здесь стоят. Хочу снять размеры вот этой бутылочки, 3 литра в ней. Коль, ради это, ради примера встань, вот, чтобы сравнить размер. Кошмар. Пойдемте. Так, я в холодильник, ждите меня здесь. Сонечка, пошли со мной в холодильник. Пойдем. Они все убрали. Здесь пусто. Так, здесь пусто, нам нужны огурцы и помидоры. Помидоры, наверное, здесь нет. Пойдемте огурцы найдем. Органические, да, берите. Выберите, которые не мягкие. Попробуйте их, чтобы они были не мягенькие, такие хорошие. Вот эти? Мягкие. Вот эти не мягкие, вроде. Концы черные. Найдите нормальные огурцы, пожалуйста, мне. Какие мягкие, какие не мягкие. Вот это нормально. Сейчас пойдем. Пойдем. Концы какие? Морковка. Коля, бери морковку. Виноград сейчас куплю. Вот этот возьми. Да? Бери какой хочешь. Бери, бери. А мы с Лизой пойдем виноград смотреть. Лиз, пойдем. А тебе пожелтее или позеленее? Ой, какой огромный размер. В сравнении с моим пальцем. Я хочу эти. Так, этот какой черный. А, черный, ну ладно. Сейчас я выберу. Этот вроде не черный. Да, бери вот этот виноград. Нет, мы зеленый возьмем. Давно зеленый не брали. Большие тоже есть. Все, пойдемте, это папа нас там ждет. Выбирайте сырные или вот эти просто булочки. Сырные будете брать? Возьмите посвежей. Посвежей, значит, где-нибудь в глубине. Взяли сыр? Взяли сыр. Так, теперь нам нужна сметана. О, нет, яйца. Хумус. Коль, возьмешь наш хумус, который нам понравился? А где он? Вот он, вот этот. Да. Я прям сильно полюбили такой чесночный. Сзади вас прям праздник жизни. Какой праздник жизни? Да вообще красота сплошная. А рыбу будешь брать? Селедку у нас есть. Нет, какую-то другую собирала. Это потом на сейле перед Рождеством. Что это такое? Это шоколадные такие. Cherry blueberries apricots. Сухофрукты, да? Да. В шоколаде в разном. Так, а что это вот это? Это шоколад, да, горячий? Смотрите, какая классная подарочная. 4 коробочки, разный вкус. Ванил, еще говорит маршмеллоу, dark sins, chocolate sensation. А вот грызуны внутри. Это не конфеты грызуны, какие-то, да? Шутка. А, это... печенье там, да? Да. Трюфеля и эти прецелы. Вдруг они могли бы работать, и они... упаковка. Если так надеть, оно выстрелило конфеты. Пойдем, так конфеты. А вот подарочное, смотри, ведро цинковое. Как тебе? Цинковое ведро, и там куча всяких-всяких вкусняшек. Подарочные упаковки. У нас сегодня маленькая покупка. Еще чуть-чуть, и мы едем домой. Крем-чиз берите. Кстати, вот эти классные... булочки, глянь, органические. Бери, Коля хочет взять пиццу, снять маленькие пиццы. Мы вообще хотели хот-паки взять. Достанешь или нужна помощь? Сверху. Все. Для праздничной атмосферы. Закрывай. Погнали к нашим. Они такие вкусные. Нам еще нарезку взять и все, и домой. Все, пойдем. Застряла. И домой. А, забираем пиццу и домой. По ходу дела пакет. Орешки. Очень. Нас на бегу папа орешки схватил. Папа, пока.
рассчитывается, расплачивается на пиццу взяли. А еще лизинг свитер опять хочу показать. Да, у меня там две майки. Лиза такой маленький снеговик. Ведро осталось на голову одеть. Соня, у тебя такой же свитер есть. Будешь такой носить на Рождество? Может быть. Так, ну что, вешаем. Наши все сейчас пойдут в школьный двор запускать дрон, а я осталась дома, чтобы хоть чуть-чуть продвинуться в украшении дома. О, они на машине поехали до школы. Я думала, они пешком пойдут гулять, а? Вот гуленый на машине. Так, а я вот повесила красоту. Они сейчас приедут, а у нас уже красота. Теперь пойду огоньками займусь. Так, ну что, приступаем. Сонь, ты что, не пошла, Сонь? Мне будешь помогать? Иди сюда. Кис, давай договоримся без жертв, Кис. А? Я пытаюсь здесь с Кисой договориться. Что-то мне подсказывает, что это бесполезно. Вот смотрите уже, жертва. Киса, нельзя, Киса. Дыр поворачивает, куда он может? Дыр летит, чтобы он полетел. Там одну кнопочку надо нажать. Никто не видит из детей. Покажу вам. Мы этого мишку уже купили. Пойду прятать его обратно. Что? Нельзя? Он разрядился. Пап, если разрядился. Если замигал, разрядился, да? Поехали домой. Что, Лиз, что? Я им говорил, но я удивился. Он не давал. Тихо. Давай, давай, сейчас я покажу всем зрителям, как Лиза плачет. Вот, смотрите. Лизочка, Лизочка плачет. Нет, не смотрите. Там, смотри, какая тачка. На военную похожую, звезда белая, остроконечная. Папа. Так, в американской армии. Папа, на дверях Маша. Папа, это машина, газонокосилка. Машина, газонокосилка? Стоп. Красиво? Да. Сходи. Не дым, это пар.